Всем привет, друзья! Мы на Игромире 2014 и продолжаем обозревать девайсы от Rocket. Если вы влюбились в клавиатуру Rocket Rise MK Pro, но хотите, чтобы она была чуть-чуть поменьше, для вас есть Rocket Rise TKL Pro. Вот такая вот клавиатура, укороченная версия, без цифрового блока, но с очень интересными штуками. Во-первых, оставили все функциональные фишки Rocket Rise MK Pro, реально все. Вот эти все штуки. Они работают. Вот это все продолжает светиться. И это бомба. Кнопка Easy Shift. Все, вот эти вот кнопочки, все это работает. Единственное, что добавили вот в подсветку, да, ну, регулировка, здесь все это есть. В подсветку добавили то, что теперь вы можете регулировать затухание диодов. То есть теперь, например, да, если вы можете заметить, это не просто исчезает. Теперь это тухнет медленно и намного красивее. Шикарно. К сожалению, подставка не снимается. Вот что-что, это, конечно, плохо. Если вы делаете клавиатуру компактную, то хотелось бы, чтобы вот это снималось. Но Rocket есть Rocket. И вот захотелось им, чтобы у них была клавиатура с подставкой, она не снималась. Она у них есть. Смотрим здесь. Как обычно, Rocket – это внимание к деталям. Резиночка, 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 резиночка. Клавиатура не прогибается, когда вы печатаете или играете, или бьете по ней. Все эти провода можно вывести, как вам будет удобнее, и это, безусловно, плюс. Внутри коричневые переключатели Cherry MX Brown. Как вы знаете, мне очень нравятся такие переключатели, и здесь вот именно есть хорошая тактильная отдача. Бывают такие, что они не очень хорошо выражены именно по отдаче, но здесь с этим все окей, и мне это действительно нравится. Обещают допилить нормально уже дрова где-то к ноябрю, может чуть позже, и тогда вы уже точно сможете пользоваться всеми этими фишками с эквалайзером, со всеми вот этими делами. Говорят, что дрова будут очень простые, очень функциональные, все это будет очень просто делать, и вы сможете нормально насладиться вашей клавиатурой. Здесь нет никаких ненужных или нужных дополнительных портов или что-то такое. Это действительно уменьшенная версия. Что-то нужно было урезать, кроме размера, вот они и убрали. Но на самом деле я не часто пользуюсь тем, что нужно подключать сюда мышку-клавиатуру, и для меня лично это абсолютно не плюс, а просто провод стал теперь тоньше, в нем не нужно никакого дополнительного питания, вы просто один USB, вы подключаете его к вашему компьютеру и пользуетесь клавиатурой. То, что она занимает меньше места на столе, это шикарно. То, что это механика с Cherry, это шикарно. То, что здесь офигенная подсветка, это шикарно. Снимите подставку и shut up and take my money, будет так. В общем, клавиатура Rocket Rise TKL Pro, маленькая турнирная с функционалом, как не люблю слово функционал, с такими же классными возможностями, как и Rocket Rise MK Pro. Вот такая вот офигенная, крутая, скоро появится в продаже. А это был интернет-магазин Photos.ua. Меня зовут Макс. Я еще чуть-чуть поиграю с этой клавиатурой, а потом пойду снимать другие видео. Там их будет очень-очень много. Какая она няшная, ты видишь? Офигенно. Моя.